Раз, два, три! Ресторанчик бордовый, грустно, скучно, там люльки одной. Вдруг подходит к ней парень фордовый, парень в кепке и зуб золотой. Разрешите, камилая дамочка, ваш душевный нарушить покой. Так сказал и придвинулся немножечко поближе парень в кепке и зуб золотой. Лёлька ножку на ножку забросила, дескать, знаю я мир ваш блатной. Так мальчишку обрастоволосила парня в кепке и зуб золотой. Бестолковая, парень в кепке и зуб золотой. Плохо сердце томилось разлукою той, кого он считал дорогой. Она не знала, что обманут был сукою парень в кепке и зуб золотой. Начальник угрозыска и дает ей приказы боевой кончить парня в 13-й камере, тот, что в кепке и зуб золотой.